У микрофона Алексей Козлов. Я продолжаю свои рассказы о выдающихся музыкантах. Сегодня я расскажу вам об американской вокальной группе, которая называется Mills Brothers. Это был вокальный квартет, который состоял действительно из четырех братьев, которые родились и выросли в штате Огайо, в городе Пиква. Еще с самого детства они пели уже в различных церковных хорах, но к концу 20-х годов объединились уже в коммерческий коллектив и стали зарабатывать деньги, выйдя на широкую эстраду. Практически это был один из первых вокальных коллективов в Соединенных Штатах Америки. В Советском Союзе перед самой войной каким-то чудом появилась в продаже патефонная пластинка с записью одной из песен группы Mills Brothers. На ней было написано просто «Однажды исполняет вокальный квартет в сопровождении гитары». Впервые я увидел и услышал эту пластинку в 1951 году, когда я был девятиклассником. К тому времени я уже действительно начал увлекаться американским джазом, и эта запись просто потрясла меня до такой степени, что я буквально наизусть смог спеть все, что там происходило. Благодаря этой и некоторым другим пластинкам я принял тогда решение обязательно стать джазовым музыкантом, несмотря ни на какие запреты, ни на какие увещевания родителей, учителей, не говоря уж о властях. Ну а теперь давайте послушаем ту самую пластинку, которая так потрясла меня, да и многих других старших школьников 50-х годов. Эта песня так и называется «Однажды». You'll feel so lonely, you'll miss my hugging, you'll miss my kissing, you'll miss me, honey, when I'm gone away. I feel so lonely, just for you only, for you know, honey, that you had your way. And when you leave me, you know you'll grieve me, you'll miss your little daddy, yes, some of these days. And when you leave me, you know you grieve me. You miss your little daddy. Oh, your papa. Yes, your daddy. Some of these days.